Блин, надеюсь, на это авторских прав не будет никаких. Как бы саунды неплохие в игре. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Bless Global. Я бы себя не уважал, если бы не записал это видео. В этой игре заработать нельзя. Я скажу почему. То, что мы увидим, что Bless падает в цене. Ну, это и понятно почему, то, что как бы уже вторая неделя игры пошла. Логично, что он будет падать. Я думаю, он где-то до 20 центов упадет. Если вы задаете себе вопрос, типа, можно ли заработать на Bless Global, то четкий ответ это нет. То, что это лохотрон донатный, потому что если ты хочешь зарабатывать Bless Global, ты должен донатить. И как бы, вот я картинку сейчас покажу. Это картинка с моего мобильника, потому что, чтобы начать выводить из этой игры хоть какие-то средства, вам нужно задонатить 1 доллар. Видим, что у меня лимит вывода 0. Если вы хотите выводить, то у вас будет лимит там до 5. Вы донатите доллар, и вы начинаете на майнинге выводить деньги. Но так как видим, буквально за неделю с 2 долларов до доллара упал блек. Чтобы фармить, ну, можете перейти в прошлом видео, как фармить, майнить, я рассказывал. Там где-то на 14 минуте видео. Если вы знаете, как майнить, то вы понимаете, что без буста вас любой может убить. Там, конечно, есть локация для фарма без PvP. Там нафармите за день, может быть, если... Давайте не в долларах судить, а в блеках, чтобы не обманывать. Потому что будет цена падать этого блека все ниже и ниже. И, как бы сказать, может быть, нафармите, ну, хотя бы пол блека. Ну, вы сами думаете, это на данный момент 50 центов. То, где локации в PvP шится, вам нужно фармить именно в двух следующих локациях. Именно синюю руду нужно фармить. И вы понимаете, что вам нужен буст, чтобы фармить эту руду. То, что иначе вас любой может согнать с того места и вам не дадут пофармить. Я фармлю эту руду для того, чтобы... Такая интересная механика. Вы можете перекидывать статы с одной вещи в другую. Если класс вещи выше, то вы не сможете свыше на ниже перекинуть. И еще самое интересное, когда вы, там, к примеру, добавляете новый стат, когда вот это заполняется, вам нужно еще, короче, вот такая серьга, чтобы перекинуть обратно этот стат, потому что пустая серьга, которая есть, вот это ADD стат, который можно добавить, чтобы перекидывать, то что если вы... Вот я хочу заменить на эмотаку. Эмотака исчезнет, она не вернется, ну не поменяется. Или это из-за того, что класс предмета выше и класс ниже, оно не может передать. Ну, в чем прикол этой системы? Вы можете, вот, к примеру, у этой серьги мы видим, что интеллект на 5 больше. И за счет этого вырастет БП. БП, которое нужно, чтобы стоять в той или иной локации для фарма той же руды. К примеру, вот 270 тысяч... Это для меня пока очень сильно много, потому что из-за выключения света я не могу играть. Плюс я без гильдии пропускаю много всяческих ивентов. И ну, я не могу так бустить своего перса. Свет выключается иногда по графику, иногда нет. Ну, вы понимаете, в военном положении, война в стране. То как бы я даже не жалуюсь, я все понимаю. Идет война за независимость. Придется это пережить. Если вы там увидите видео, там я нафармил за 2 дня, там 20 баксов, изи просто вывел, перевел. Тут все, там это, там токены, там поменял, на биржу скинул, все вывел, вот 20 баксов за 2 дня, изи просто. Не ведитесь, это лохотрон. Также жду Мир М, который выйдет 31 января. Это очень сильно напоминает сайт Bless Global, потому что похожие очень сайты. Может, это будет какой-то клон, Ла-2 там, к примеру, то увидим. Ребята, кстати, напишите название хорошего эмулятора для Android игр, потому что вот этот так называемый клиент, который они предоставляют, это просто какой-то грех и смех, если честно. И, ну, я просто себя бы не уважал, если бы не записал это видео, потому что, ну, нельзя, как говорится, вводить людей в оману, потому что вы будете гореть в аду, блядь, суки. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Еще увидимся.